Алло, да, мам, привет. Привет. Я, короче, поговорить хочу тут. Пиздец у нас один происходит. Рассказывай. У нас, короче, рота хочет бежать. Я не знаю, командир роты побежит или нет, но, скорее всего, он об этом не знает. А чего? Там все стало сильно ярко или что? Почему они хотят бежать? Мам, у нас у генерала прозвище «Кровавый генерал». Колыван. Животное. То есть это все про нашего нехорошего человека. Он в свое время сказал, что ему похуй на людей, я хочу зайти в Харьков. Ну, чуть-чуть, глянь, ерундой вот заниматься, лишить себя всего, всех наград за то, так что я... Как тебе объяснить, это всем людям уже, то есть разговаривал, да, с ними, но им уже насрать, они уже, типа, не хотят даже слушать в этом плане. Просто у них началась уже лютая паника, вот и все. Я не собираюсь... То есть, один из тех людей, который, типа, остается со взвода, да? А как вы можете остаться, если там все убегут, вы что, вдвоем останетесь с командиром роты? Ты сейчас отрабатываешь прошлую жизнь. В прошлой жизни у тебя было предательство родины. Да не было у меня предательства. В прошлой жизни у тебя в карте стоит, что ты сейчас в горячей точке, потому что у тебя было предательство родины. В прошлой жизни. Ты слышишь меня? Да, я слышу. Поэтому я тебе говорю... Мама, я понял, поговорю. Знаешь, сколько людей хочет остаться вообще из нашего взвода? Столько, сколько у тебя детей всего. Вообще, они могут понять, что будет, когда вот это все случится? Мама, мама бежала уже больше 100 человек. То есть 100 человек, они уже находятся в Калининграде. Кого-то увольняют, кого-то еще что-то, да. И что, их не посадили никого, что ли? Не посадили, уволили. Если что, я точно вот так же скажу. Себе как представляешь, как вы втроем там останетесь? Ты себе это как представляешь? Мама, это только взвод. Таких 3 взвода. Третий, наверное, полностью сюда уйдет. И второй, там, немного человек тоже там останутся. Ну, то есть это бред, на самом деле. Вот, типа, все остальные так, взводы, тебе короче... Тебе надо их убедить, чтобы они остались. Понимаешь, убегать от своего долга, если ты уже туда залез, ну, это прямо нарушение серьезное. Поэтому я не знаю, Саш, я, конечно, очень хочу, чтобы ты быстрее туда уехал, но не таким путем. Мам, или как объяснить? Людям объяснить, когда, допустим, нас должно быть 30 человек, да? Должно быть 30 человек, осталось 10. Остальные либо ранены, либо убиты. Они знали, куда они устраивались на работу, они же по контракту, они по доброй же воле, по доброй, правильно? И кого-то заставили? Нам боевые приказы сказали, то, что выполнить его. Там различные ситуации. Уже назвался грузом, полезай в кузов.